Федя хороший. Федя хороший. Рот не порван, кишки на месте, жить будет. Сейчас отпустим. Москва, река, час волка. Ночной воблер. Зверь. Зверь. Мамонт. Гигант. Городик, что ли? Спасение Вилли. Ребята, есть. Хороший. Хороший. Это Федя. Блин, как дали. Такой вот дядя Федя. Ребят, посмотрите, какой красавчик. Ну, такая небольшая. О, рыба! Судакевич? Да. Слушай, нормальный судачок, да? Хороший судачок. Всем привет! Вот уже прошло несколько дней с прошлой рыбалки, как мы ловились с Серегой. Был тогда сильный мороз, минус 14, минус 16, а на воде было и того больше. Сегодня после той рыбалки приехал опять на реку. Хотим попробовать с Серегой опять половить. Ладно, пойдем к воде. И будем ловить на спиннинг ночного судака-хищника. Друзья, есть один. Это судак. Хороший. Матерый. Загорят глазища. О, какой. Федя хороший. Федя хороший. Федя хороший. Извиняюсь, ребята, что вот так. Опа. Вот и какой. Друзья, ну что, хороший экземплярчик. Отличный. Опять китайский воблер у меня сработал. No name. Так. Блин, руки мёрзнут, зараза. Полторашка под двушку. Полторашка прям точная. Как всегда, цанги у меня остались в машине. Ё-моё. Вот такой отличный. Так. Ну давай, давай, давай. Рот не порван, кишки на месте, жить будет. Сейчас отпустим. Друзья, ну вот такой вот. Около трофейный по местным меркам. Москва, река, час волка, ночной воблер. Пастенка какая, да? Как он жахнул прям, бам! Как током в руку. Отличный, отличный. Москва, река радует, как всегда. Ловим дальше.
а его мы сейчас отпустим. Ну что, Феденька? Федя хороший. Спасибо тебе за поклевочку. Завтра в том же месте, в тот же час жду тебя снова. Давай-давай, ты не берж. Ты сейчас оклемаешься, брателло. Тебе в ту сторону. Вот туда. Ух, мамонта. Важно пошел. Спасибо, родной. Ну, а мы продолжаем дальше. Федя. Спасение Вилли. Е-мое. Друзья, вчера был опять на Москве-реке вечером, но камеру с собой не брал. Уровень воды был очень сильно высокий. А вот сегодня прям резко упал, где-то сантиметров на 20. И это не может не радовать. Ну, кстати, вчера я ничего и не поймал, хоть и камеру с собой не брал, ни одной поклевки. Был я где-то минут 40, так, не запланировано, с наскока. Ну, как-то так. А сегодня запланировано. Сегодня рыбалка у меня с Серегой, с моим другом, он приехал пораньше. Я его вижу, он находится там левее, метрах 100-120, ходит по берегу, общупывает старые и новые точки. А я пока на старой. Ребята, есть. Хороший. Хороший. Это Федя. Блин, как давит. Ребята, камеру. Свет пока не буду включать. Прям с выброса взял. Ну это судак стопудово. Ой, какой. Друзья, это Федя. Трофейный, практически. Это Федор, будь здоров. И воблер сам отвалился. Вот такой вот дядя Федя. Ребят, посмотрите, какой красавчик. Кто молодец? Витя молодец. Шахтенка, а? Ну, двушки здесь нет, полторашка. Полторашка стопудовая. Доволен, как слон. Не буду терять время, пойду опять потягаю. Вдруг опять повезет и что-нибудь поймаю. Опять. Сейчас отпустим.
Сейчас оклемается, ребят. Мороз не такой сильный. Спасибо тебе за поклевочку. Мне вообще кажется, что я его ловил уже. Ну вот и красавчик какой. Завтра в то же время, в тот же час здесь. Жду тебя, братан. О, как важно пошел, а. Кстати, сработала эфочка. Все по классике. Воблер камешки считал. Тюк-тюк-тюк, тюк-тюк-тюк. Судак его увидел и моментально взял. Сделал сейчас очередной заброс. В принципе, погода радует. Мороз не такой сильный, как был все эти дни. Ха, с прошлой рыбалки мы вообще с Серегой рыбачили-то. Было минус 14, минус 15, а на воде-то и того больше. У Сереги до сих пор нос, сопли текут. Ну а сейчас просто как бы по лайту. Где-то минус 7, минус 8. И что хорошо, ветер. Ветер отличный. Ветер прям попутный, он в спинку. Так что пока ловим. Друзья, есть. И ушел. Ну и бог с ним. Отвалился сам. Мелкий судачок был. Здорово! Ну что там на дальних рубежах? Бала-бала-бала-бомба. Да? Места перспективные, рыбы нет. Я понял. Блин, там вообще с микрухой мед. Микруха мед? И слайдер, блин, прям. Я никогда не думал, что тут канавка. Вон там канавка. Там прям пипец. Да, да, да. А туда, короче... Я был там. Туда заходят, там такой затихан, там тоже глубина такая есть. Там прям вот 2-1.5, вот 3 грамма, прям вообще. Блять! Друзья, хороший судачок был, отвалился нафиг. Ну ладно, бог с ним, но все равно обидно. Друзья, есть, но очень похоже на щуку. Очень похоже на жабу. Нюша, это судак. Жаба. Жаба? Жабе? Его, блядь, не ошибся. Друзья, вот почему и затишок был по судакам. Щучка подошла. Так всегда происходит здесь. Наверное, не только здесь. Эх, на тоненького, за краешек. Может, сама отвалится нахрен, а? Ну, такая небольшая. Но рыба! Ноги ломают. Вот такая, ребят, жабеха. Небольшая, ну, рыба. Выглядят они, конечно, потом на видео не очень большие, но я вот сколько раз думал, может быть, формат в видеокамере поменять на широкоугольный. Так выглядит рыба побольше, посолидней. А у меня как-то все маленькие, да маленькие. Ну, это шутка, ребят. Так. Спокойствие, только спокойствие. Ну, тут у тебя без шансов было. Вот такой вот воблерочек сработал. Китайский, как называется, не знаю. Но F-ка. Но на M, короче. Ну, ты моя девочка. Сейчас мы тебя отпустим, родная. Спасибо тебе. Так. Ребят, ну, пока все складывается хорошо.
пока рыбалка нравится. Ловим дальше, посмотрим, что будет. Там Серега стоит, кого-то тоже взял. Речка родная, выручает. Хорошо, что она есть прям под боком. Итак, пойду в воду, покидаю, не буду терять время. Оно здесь на рыбу короткое. Еще чуть-чуть, и клев прекратится, и мы пойдем домой. Плыви, красотка, плыви. Вот она стоит, ребят. Ух, ушла. Зверь. Зверь. Мамонт, блин. Гигант. Грядик, что ли? Да. Эфочка. Эфочка. Натуралочка. Слушай, ну какой-то он потертый у тебя уже, ему... Похрызанный. Ну, такое ощущение, что это мой, ты где-то надыбал со дна, зацепал. Да, это оригинал. Да? Да. Вот. Да. Блин, да, все, все дела. Ну, такой уже. Ну, боевой, воблёк. Вообще как бы это. Ну, давай, давай, лови. А лайфхак-то сработало? Блин, друзья, сейчас такой сход был. Но это точно был судак, прям в пальчик, бам, секунды 3-4 с ним пободался, и все, блин, отвалился гад. Обидно так, но ничего, кидаем дальше, кидаем пока еще. Знаю, в чем плюс поводков с кембриками. Друзья, у нас судака здесь с Серегой случилось. Запутали. Серега ловит с лодки. Да. Все. Да брось вон. Короче, попутались у нас в воде воблера. У Сереги еще поклевка при этом произошла, бля. Да. Да. И мы в итоге все в кучу. Еще и рыбы там бьется. Пускай небольшая. Покажи. Судакевич? Да. Ну, слушай, ну нормальный судачок, да? Хороший. Хороший судачок. Опять оказия. Рукожоп. Кто рукожоп? Серега рукожоп. Ладно, все, давай. Давай, давай. Уплыл с сотрясением мозга. Кто рукожоп? Я. Серега рукожоп. Ладно, друзья, ловим дальше. Грэдик или Ультима сработал? Грэдик. Ребят. Точно мой? Нет. Нет. У тебя такого не было. Друзья, ну все. Мы домой. Рыбалочка наша закончилась. Пора бы узнать и честь. В принципе, рыбалочка удалась. От нуля ушли. И не только от нуля. Серега он вообще наколотил. Будь здоров, сколько рыбы. Да, Серега? Ага. Обколотился. Всем пока, увидимся. Согласитесь, коллега, это интереснее, чем ловить рыбу из аквариума.